Добрый день, дорогие ребята, дорогие родители, учителя. Всех вас рады сегодня приветствовать уже не первый раз в нашем храмовом комплексе преподобного Сергия Радонежского. Сегодня у нас рекордное количество участников, 12 команд с разных храмов нашего округа и не только. Это очень отрадно. Как раз сейчас идет вторая версия Великого Поста. Сегодня мы вспоминали память замечательного святого Григория Паламы, ученого мужа, который занимался умным деланием, осваивал его, и Господь ему открывался в разных ипостасях и видах. И поэтому отрадно то, что вы через свои знания сегодня нам тоже попытаетесь их открыть, чтобы мы могли в них убедиться. Тема сегодня очень необычная, вернее, уже она обычная, поскольку мы столетие патриаршества праздновали в прошлом году. Поэтому сегодня мы, как бы завершая этот год и начиная новый, хотели бы посмотреть, что вы запомнили, что, чем мы научились. Тема очень сложная для нашей страны, поскольку патриаршество прекращалось на 200 лет, был так называемый синодальный период. И первым патриархом после этого синодального периода в 1917 году был избран святитель Тихон, патриарх всероссийский, на престол, и он был первым патриархом послереволюционным, как мы его называем. Избрание это произошло на поместном соборе Русской Православной Церкви, который как раз и проходил в эту суровую годину испытаний. И интронизация святейшего патриарха была 4 декабря 1917 года в храме Христа Спасителя, который тоже теперь чудесным образом восстановлен, что мы там сейчас совершаем служение. Вот такова будет тема. Я так понимаю, что каждому из вас будет предложен так называемый путевой лист, по которому вы пойдете по маршруту, будете отвечать на эти вопросы. Сейчас вам их все раздам. По названиям капитаны получат. Тут очень много викторина, скажу иначе, художественное мероприятие, угадай мелодию, найди пару, картины и события, юные летописцы и так далее. Довольно-таки большой перечень, который будете проходить и получать свои баллы. В конце мы подведем итоги и по традиции вручим вам почетные грамоты и какие-то сувениры. Итак, начинаем.